интересный поединок, потому что мы показали на предварительных встречах себя. Было много иконов, были пару участников. Конечно, посмотрим, что смотрит ребята. Неплохой сейчас захват, и попытка была, но немножко не совсем уверенно, но пристреливается. Сейчас он вновь попробует взять свой захват сверху, да, вот он его берет, но после захвата не пытается сразу захватить, не переиграл его сейчас по затяжкам постоянно. Такая борьба за захват сейчас идет, пытается взять удобный захват. И вот хороший захват, коронный захват Кипелова. И сейчас он будет переходить, контратаковать. Контратакует, но здесь вот сейчас спорный момент. Очень спорный, надо понять, была ли сейчас... атака была Кипелова. Пытался сделать в ноги, но был ли вот зацеп ногой у Чигарева Армина Стоянова, потому что Кипелов первый падал на спину. И если это было только потому, что Стоянов контролировал зацеп у Чигарева, Кипелов, то тогда, конечно, вероятность того, что он, вот, арбитром пока не это показал, он в сторону Стоянова. Посмотрел, потому что, да, показывает, что икона нету. И продолжается поединок. Стоянов блокирует левую руку Кипелова, не дает ему взять захват, на спине за пояс. Ну, в принципе, правильно он делает, потому что, ну, вот здесь опять пропускает и не встречает сейчас. Встречает его Стоянов Кипелова, но в партере борьба завязалась очень много. Попытка сейчас перевернуть на удержание, но здесь не совсем получится. Скорее всего, он только плотно закрылся Стоянов. Стоянов сверху левой рукой. Но сейчас посмотрим, может быть, что-то какая-то другая наработка. Неплохо обувь зудаиста чувствует татами, хоть несмотря на свою большую весовую фигуру. Я думаю, что обувь зудаиста за 100 кг. Несмотря на это, они достаточно подвижны. И вот здесь, да, надо оторвать захват, и первый сразу пытался взять свой коронный захват, не за пояс, получится вот, да, взял захват, и сейчас будет пытаться атаковать. Есть попытка, но она пока не реализуется в оценке. Поддавливает Стоянов Кипелова. Какой молодец Стоянов. Какой угодный. Посмотрите, красавец. Но это просто великолепно. Он четко сработал. Видите, как блокирует сильную руку Кипелова. Почувствовал, что пытается.
Тренер завоевывает титул чемпиона Болгарии. 4,75 килограммов. Четвертый год. Стоянов. Иванир Панагиев.